приветствую на своем канале Илья Сладкоежка. Предлагаю вместе со мной приготовить быстрые и воздушные сырники в духовке. Для этого нам понадобится 500 грамм творога, 3 столовые ложки жирных сливок, у меня 20%, 3 столовые ложки сметаны, 5 столовых ложек манной крупы, 4 яйца и по 1 чайной ложке разрыхлителя и ванильного сахара. И также формочки у меня бумажные, но можно взять специально большую форму для маленьких кексов. Итак, начнем приготовление. Для начала творог промнем немного вилкой. Далее добавим все остальные ингредиенты. Чтобы сырники получились нежнее, я их немного взобью. Далее разливаем творожную массу по формам. Совсем до верха не доливаем. К сожалению, у меня формочек не осталось. Я вот нашла у себя такой вот наподобие вафельной формы и решила всю остальную смесь залить сюда. Значит, будут сырники в форме сердечек. Теперь отправляю сырники в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 20-25 минут. Вот и готовы воздушные сырники в духовке. Получаются очень нежными, вкусными. Попробуйте тоже приготовить. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Илья Сладкоежка. И всем пока!